Она Исмии, Ирина Шами. Ом Амар, Ом Шахид Амар Шами. Ана Русия, Мурвалиду Ленинград. Нара Джума, Бази Салат Дохар. Ибни Амар. Аталю, Аталю Кляп, Кляп Асад. Аталю Нидни Рышуа. Иджетаджис Мутлятир Саса. Виль Эльба, Виль Бену Ижреа. Утах это жре, кюля. Ма хуам ма усалян стеш валя сташат. Усалян стеш вахарани. Та солю фини и бнак бин стеш вахарани. Хада кана чиса тентена дохар. Тентена нус хейкай дохар. И мат усалит ана уабу айм стеш вахарани. Ада Амри ситал хам син ценовал. Перехаяти, она валяды били. Иди на Ленинград. Война кан Гитлер для тисайнит для ум кан дебаху алям. Вес она шушаев от перестеш в харани. Маши то Гитлер совет шу кляп асад саву ма тфальна. Хадоль кляп асад. Бешар Асад, Махер Асад, Укюля Хавали Алея, Шалла Маби Муту, Гера Муду Кляп, Арабет Алейкон, Арабет Алейкон, Арабет Алейкон. Шушай Фана Бельстеш Вахарани Бельхаяти Машу, там Алиситау Хамсиду, Махасац Мункин Ксир Хада, Ибне Адам, Он Мо Мункин Джиби Хада, Адама Ибне Адам, Кем мапсари хейк, хайван мапсари хейк, хада мабари чу шайта, хада шайтан, ада абаду шайтан, нин бай абаду шайтан хейк и бисари май фальна. Я Ирина Шами. Я русская, родилась в Ленинграде. Всю жизнь я прожила в Ленинграде. Родила трех детей. Мои дети, моего сына, старшего сына Амара, в эту пятницу, 3 июня, 2 часа дня, убили собаки, сирийские собаки, Махираша Асад, Бешар Асад, дым, кровь моего сына на их, на них. Убили его в городе Хама. Погиб он в больнице Харани. Убили его в центре города. Мальчик шел, в руках цветы у него были. Шли демонстрации, мирная демонстрация, просто демонстрация протеста, что дети не могут жить уже так, как они жили под игом этого диктатора Асада. Они уже не могли. Дети шли по улице с цветами в руках и говорили только мирные лозунги. А по ним открыли огонь из пулеметов. Были снайперы на верху, на крышах домов. И их расстреливали. Гитлер не расстреливал так, как расстреливали наших детей. Что они делают с нашими детьми? Убивают детей, насилуют женщин. Кровь людей на собаках Асад. Чтобы они сдохли сейчас. Сейчас они и дети их. Чтобы не осталось на земле. Это Асад и все это Айли Асад. Я их проклинаю до седьмого колена, все это, их женщин, их детей, их сестер. Шалла муту галя абль бокра. Визарто, унисвану, увеляда, укюля, кюля айлита. Раиса, Раисни Медведев, я тебя очень люблю и очень уважаю, я за тебя голосовала. Ты тоже отец. Послушай, мать потерявшую сына. Пос...
больше вас, не помогай убийцам наших детей. Не помогай тем, кто издевается над нашими детьми, насилует наших девочек и женщин и убивает наших сыновей. Не помогай им. Большой грех на тебе. Бог тебя не простит, если ты будешь помогать им. Я не могу говорить.